Еще раз давайте скажем Ханука Самех. Это хорошо помнить об этом. Праздники нам даны именно для этого. Бог дает нам праздники, чтобы мы помнили. Праздник – это тот, кто напоминает свидетель. А свидетель говорит то, чему он является что? Очевидцем. И Ханука говорит о том, что победа света – что свет пришел во тьму, и тьма не могла объять этот свет, что там, где было горе, лишение, невзгоды, пришла победа Господа, что Господь явил себя в славе. И мы сегодня можем, можем сказать друг другу «Ханука Самех», радостный Хануки, потому что великое чудо произошло там, великое чудо, которое совершил Творец. И сегодня мы знаем, что благодаря этому Израиль, он не исчез, пришел в Машиях, и сегодня мы сидим в этом зале, и сегодня мы можем сказать эти слова Хану Давайте мы встанем перед чтением, перед толкованием, комментарием Торы. Мы встанем перед тем, кто подарил нам жизнь. Мы встанем перед тем, кто дал нам свою Тору. Барухата Благословен Ты, Господь, Царь Вселенной, Тот, Который даровал нам свою Тору и избрал нас из среды всех народов. Благословен Ты, Господь, дарующий Тору. Амин. Итак, сегодняшняя недельная глава называется «Микец» и буквально переводится «По прошествии дней». Это десятый раздел Торы, он расположен в первой книге 6, Бытие, и содержит стихи с 41 главы 1 стих по 44 главу 17 стих. Знаете, все началось со снов, и все продолжается с нами. Мы помним Иосифа, которому приснился сон, да? Ему приснилось, что луна и звезды поклонятся ему. Ему приснился, что снопы да, поклонятся. И он пошел к отцу, к братьям и говорит, вот Видел такой сон, будете, ну, вот, вот так, будете теперь. И они, конечно, расстроились. И это стало началом, началом путешествия Иосифа. Началом его, скажем, десятилетнего, двенадцатилетнего даже путешествия. Его продали в рабство. Он попал в дом к Патифару, да. И вы помните, он достиг определенных высот. Потом резкая, скажем, карьерная вниз. Он уже в темнице, и вот и в темнице что-то происходит, и опять сны, виночерпь, и хлебодар. И, и вот уже эта глава начинается с того, что уже фараону снится сон. Это было 12 лет. 12 лет человек, Иосиф, он как бы был в этой темнице, он, он был в этом рабстве. 10 лет он был в доме Патифара, и 2 года в этой темнице. С того момента, когда он рассказал сон Виночерпию и Хлебодару, прошло два года. Извините. И вот что мне всегда было интересно. Вот посмотрите, в нашей жизни, как легко нам, ну, мы люди привыкли жаловаться. Ну, и это, скажу, нормальный, естественный момент. Когда ты приходишь в молитве, и бьешь себе в грудь и кричишь, Господь, а мой, где ты? И если мы посмотрим на Иосифа, я почему-то вот не видел, чтобы он расстраивался. Нет, когда он был в яме, я думаю, что он там много чего говорил Господу. Но потом я что-то вот так не замечаю. И когда вот заметьте, первый раз он приходит к своим братьям, и он, знаете, в таком: Ха, Я вам сейчас расскажу, что мне Бог сказал. Сейчас я вам всем расскажу. Сейчас вы поймете, кто я такой. Второй сны. Он уже приходит к людям и говорит, а что случилось? Что вы такие обеспокоены? И они говорят, ну сон нам приснился. И он толкует. И вот третий сон, третий раз. Смиренный Иосиф ничего не говорит. Но уже фараон призывает Иосифа, чтобы он рассказал ему. Иосиф приходит, он не говорит, сейчас я расскажу, я великий сновидец. У меня много знаний. Он говорит, что? Я не смогу ничего тебе сказать. Но Бог может открыть. И знаете, в чем интересный этот момент? Мы забываем, что фараон в Египте считался Богом. Он считался сверхъестественным существом, которое на земле является отображением Ра, Солнца. Ему покорны Нил, ему покорно все, и тут ему снится сон, и великое, как бы скажем, божество ничего не может сделать. Ему все сокрыто. Представьте себе картину. И его как бы мудрецы, сновидцы тоже такие, ничего не понимают. И он приглашает Иосифа. И тут приходит не просто Иосиф, тут приходит посланник Бога. И он ему говорит, буквально, я так понимаю, он говорит, послушай, фараон, ты Бог? Ты не Бог. Вот мой Бог, он знает тайное, а ты не знаешь. И с этого момента начинается, скажем, распад Египта, который закончится спустя много столетий да, исходом из Египта. Потому что мы видим казни, египетские казни, так называемые пасхальные, это было что? Это было казни над этими богами Египта. Бог показывал тщетность вот, этого, тщетность вот этих неправильных, небожьих вещей. Он показывал, что люди верят на самом деле в непонятно что. Они верят в бесов, они верят в этот, но не в Бога. И в случае с Иосифом мы видим, мы видим, как Бог берет этого смирен, уже смиренного юношу, у которого есть дар, и поднимает его. Он мог жаловаться, он мог, когда в Виночерпе вот он рассказал, его вернули, он был мог сказать, ребят, что это такое? Я рассказал, я тебе помог, а ты забыл обо мне. Но еще два года прошло, терпение, смирение. И в конечном итоге царь ему говорит, фараон ему говорит, слушай, а не быть ли тебе вторым человеком после меня? Хорошее да, положение вот из темницы вторым человеком в Египте. Представьте себе. И мы видим в этой главе, как смирение, как кроткость Иосифа, она ломает гордое сердце фараона. Потому что фараон мог бы сказать, да нам не надо, что ты там не рассказываешь. Но заметьте, что происходит. Бог использует Иосифа, и что мы видим? Мы видим, что 7 лет голода, да, 7 лет изобилия, 7 лет голода, но эти 7 лет изобилия спас, спасли буквально, э, так сказать, ту айкумену, то есть то пространство, там, где жили люди, потому что был страшный голод. Бог использовал Иосифа, чтобы принести жизнь. И мы видим Иешуа, который тоже приносит жизнь. И я все время думал, как же соединить. Вот, вот мне нравится, вот, когда вот выпала Ханука и... Вот недельная голова. Как можно соединить книгу Боришис с Ханукой? Как можно соединить Иосифа с Ханукой? Все очень просто. Ишуа и Иосиф, они являются Божьими слугами. Они являются теми, кто приносит жизнь. Они являются теми, кто приносит Божий свет. Иосиф пришел к фараону, и он не сказал Я. Он сказал Бог. Ишуа пришел, и Он сказал, не Бог, Отец, который послал меня, творит. Я творю, когда вижу Его творящим. Я и Отец Эхат. Поэтому, вы знаете, это хорошее время сегодня смотреть на наше настоящее через призму прошлого. Потому что очень легко забыться, очень легко потеряться в этом мире. Особенно, если у нас еще есть какие-то дары, приписать их себе. Это я, это у меня, это ну, без меня ничего. Но мы смотрим на Иосифа. И ему пришлось 12 лет пройти, чтобы понять, это Бог, это не я. И тогда Бог его поднял. И через то, что он его поднял, он спас весь мир. И мы увидим дальнейшую историю. Братья приходят, но, к сожалению, времени так мало, что не, не хватит времени. Поэтому мой совет вам, читайте Писание, Читайте Тору, размышляйте над ней, читайте книги Брит Хадаша, Нового Завета. Ищите вот эти духовные параллели. Смотрите на себя, на свою жизнь, что вы можете в этой жизни. Посмотрите на нашего брата Иосифа, потому что он наш брат. Посмотрите на Ишуа Ахину, он называет себя нашим братом. И берите вот эти прекрасные жемчужины в свою жизнь. Берите эти лучики света, чтобы они разгоняли мрак нашей жизни. Потому что, потому что смотрите, уже не Иосиф о себе говорил, о нем говорили люди. И также Писание говорит, пусть лучше говорят о вас хорошее. Аминь.